Борщевик жжет во всех смыслах. Перспективная в 1960-х годах кормовая культура превратилась в серьезную угрозу для придорожных земельных участков, улиц и палисадников. Этот сорняк занял земли во многих районах республики. Как борются с ним, об этом Юлия Важенина. То ли трава, то ли дерево, то ли биологическое оружие. Речь идет о борщевике. Городских жителей он заботит мало, все о нем что-то слышали, но чем он так опасен, знают лишь единицы. А попробуйте отъехать от Чебоксар каких-то несколько километров, и вы увидите огромные колонии гигантской травы, отдельные особи которой достигают высоту более 3 метров. Отличительный признак исполинов – белые зонтики на макушках. Это и есть борщевик. Для начала мы должны знать, что борщевик у нас многолетнее растение. Он размножается семенами и дает очень много семян. До более 20 тысяч семян он дает одно растение. И распространяется как бы и людьми, и как бы птицами, животными. В прошлом веке борщевик завезли из Северной Америки как кормовую культуру для скота. Однако местные животноводы быстро почувствовали, что его введение в рацион коров придает молоку горечь. Невостребованный борщевик начал завоевывать территории, размножаясь сам по себе. Всего за несколько десятков лет он распространился на больших площадях. Особенно много его в Батыревском, Порецком, Красноармейском районах. Специалисты подсчитали, агрессивное растение захватило в республике пространство в 30 гектаров. Нужно на начальной стадии бороться с этим растением, потому что растение, когда уже соцветие выходит, то семена, естественно, распространяются. Поэтому лучше обрабатывать и химически, и механическую обработку проводить лучше в раннем возрасте. Спасают земли своего района сами жители, вооружившись косой и лопатой, а где-то и химикатами, они безжалостно истребляют сорняк. Обработали гербицидом. Но второй раз уже с корня лопатами убрать надо. Все равно этот сорняк не надо нам такой. Любой агроном знает, от борщевика лучше держаться подальше. Растение ядовито. Содержащиеся в нем кумарин и эфирные масла способствуют образованию ожогов при прикосновении. Наибольшую опасность борщевик представляет в летнее время. Пыльца и сок вызывают сильную аллергию. Были случаи, когда люди получали токсические отравления. Опасен сок и при попадании в глаза. Велик шанс ослепнуть. Поэтому истреблять борщевик нужно чем раньше, тем лучше. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика.